Дорогу длиной в 30 километров между непризнанной республикой и подконтрольными украинской власти территориями занимает 1-2 дня. Главное здесь выстоять. Автомобилисты занимают очередь с ночи и рядом с друзьями, чтобы веселее. В багажнике еда на 2 дня. Выехали в 4 часа утра. И вот только успели заехать и бежим, чтобы дырку забить на утро. Чтобы выехать. Обычно очередь там в хвосте около стелы. И это занимает пару суток. В километре от очереди стоят палатки спасателей. Сюда можно прийти и даже ночью. Пока посетителей немного, до 30 за ночь. А вот на блокпосту с южной стороны ночью палатки закрыты. Это самая опасная территория. Пограничники пропускают людей максимально быстро. К спасателям люди за чаем приходят редко. Есть вот такой чай заварной в пакетах. Ну, так мы уже заканчиваем, сахар. Ну, можем еще медом своим угостить и все. В преддверии новогодних праздников очереди будут только увеличиваться. Зиновия Стефанюк, Шахид Якуб, «Настоящее время», Донецк.